Ну что, дорогие друзья, сегодня мы переехали в отель Янаки Хотел. У нас номер в пещере, представляете? В пещере. Все эти стены, это все выдолблено в пещере. Это все камень, натуральный, как он есть. Скала, просто скала. Виды я уже немножечко поснимала. Вот снимаю вам номер, это стандарт номер. Как выглядит он выдолбленный в скале. Это просто что-то с чем-то. Ну, смотрится это очень интересно, то есть вот так вот пожить пару ночей в таком отеле, мне кажется, это очень колоритно и необычно. Особенно для семейных пар, которые хотят уединиться, либо для молодоженов, это очень будет прикольно. Отель лакшери уровня, со всеми комплектиками. Ванна, да, она обделана плиткой, потому что, ну, иначе будет сырость, конечно, давать свое. Но потолок сохранили камни, вот она вытяжка, как есть. Шкафчик. Показываю все быстренько, потому что у нас на YouTube-канале скоро будет полный обзор этого отеля. Поэтому заходите в наш YouTube-канал и смотрите все видеообзоры по Каппадокии. Еще раз напоминаю, что этот отель находится в Каппадокии, в районе Каппадокии. Называется этот отель Янаки Хотел. Есть у них номера с видами на вот такие вот прекрасные горы, скалы. Но у нас номер стандарт, поэтому у нас окошечко в холл, выдолбленное в скале. Но можно подняться на такую вот терраску и сидеть вечером, любоваться с чашечкой чая, либо с бокальчиком вина и наблюдать за такой красотой утром, днем, вечером и в любое время суток. Вот здесь вот балкончик номеров, которые выходят сразу с такого обзора, но я думаю, что вот даже не помеха, вот так вот, как у нас, выйти с номера и посидеть на таком балкончике.